Совсем недавно здесь была небольшая дорожка, ведущая к остановке, окруженная деревьями. Сейчас эта территория огорожена, а зеленые насаждения вырубаются. Жители в панике. Что же здесь будет и зачем? Выяснить эти и многие другие вопросы приехали сотрудники администрации муниципалитета. Не заметить строительные работы у дома 48 по проспекту Ленинского комсомола невозможно. Торговых объектов здесь уже немало, и вот возводят новый. Местные жители отреагировали незамедлительно. Еще в начале месяца Совет депутатов и администрация округа получили немало жалоб на спил деревьев. Я приезжал 30 числа разбираться с этим вопросом. Вот. У собственников данного участка есть порубочный талон на руках, который позволил им произвести эти работы. Мы временно приостановили работы по вырубке деревьев, потому что жители требовали разбирательства по этому вопросу. Поэтому на сегодняшний момент мною составлено письмо на имя главы Ленинского городского округа с просьбой проверить правомерность проведения данных работ. Однако возведение торгового павильона не остановилось. Комиссия по выявлению самовольных объектов строительства встретилась с представителем собственника для выяснения причин продолжения работ. Ордер на право производства работ вы не получали? Нет. Когда формировали? Какие-то обоснования для этого? Основания — это на основании проекта было сделано заключение кадастрового инженера, имеющего СРО, о том, что это не капитальное строительство. На первый взгляд члены комиссии подтвердили, объектом капитального строительства данная постройка не является. Однако по этому вопросу будет проведена проверка. В рамках комиссии все документы будут направлены еще дополнительно в Госстройнадзор, который проверит выводы данной организации. Если их позиция будет отрицательной, в данном случае администрация предпримет все меры по прекращению нарушения законодательства и получению соответствующей разрешительной документации, конечно, на его строительство. По документам территориального планирования будущий торговый объект находится в парковой зоне. Для магазина вид использования данного земельного участка условно разрешенный. Чтобы установить здесь торговую точку, собственнику необходимо пройти процедуру, предусмотренную 39-й статьей Градостроительного кодекса Российской Федерации, а значит, пройти через общественные слушания. Со своей стороны, по результатам выездной комиссии, комиссии будет составлено заключение в правовое управление о подаче в суд искового заявления о приостановке, понуждении вас к приостановке строительных работ. Оставшиеся деревья, которые мешают возведению собственникам торговой точки, также останутся нетронутыми до окончания разбирательства. Александра Столярова, Сергей Ларин, Елена Кошелева. Видно этого.